Для Рязанской области Петербургский экономический форум получился сверхпродуктивным. И дело здесь не только в количестве заключенных соглашений, 32, и цифрах инвестпрограмм, 176 миллиардов. Они, к слову, в разы выше показателей прошлого форума. Главное, по словам Павла Малкова, у Рязанской области есть серьезные точки роста. Соглашение с корпорацией «Туризм.рф» – одна из них. Здесь мы пока выбрали только две локации, которые уже обсуждаем и которых будем реализовывать конкретные проекты. На самом деле их намного больше. И, наверное, важно, что подписание соглашения происходило в присутствии зампреда правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко. И мы с ним договорились еще дополнительно встретиться и все это обсудить. Потому что, на самом деле, я об этом говорил и буду говорить еще не раз, туристический потенциал Рязанской области очень и очень недооценен. У нас огромное количество точек роста, которые можно развивать, которые поедут туристы. Просто надо предложить продукт. Фармацевтика тоже сегодня предлагает уникальные продукты. О встрече с руководством компании «Фармимекс» и «Скопинфарм» Павел Малков рассказал детализированно. С предприятиями российской «Бигфармы» у Рязанской области сразу два инвестконтракта, по первому из которых в регионе наладят полный цикл производства биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека. А второй и вовсе грандиозный – «СПИК-2» – производство противоопухолевых препаратов и средств диагностики злокачественных образований, не имеющих аналогов в России. У коллег сейчас в реализации два крупных проекта, два предприятия, которые будут выпускать самую современную фармакологическую продукцию. Там есть определенные технические, организационные вопросы, которые мы обсудили и которые будут решены в ближайшее время, проекты будут запущены. И в одном из проектов есть вопрос по доработке федеральной нормативной правовой базы. Сейчас уже подписан или находится где-то буквально на подписи федеральный закон, который требуется для запуска проекта. И следом надо формировать подзаконную нормативную правовую базу. Как заявил Павел Малков, после каждой деловой встречи были зафиксированы конкретные поручения каждому ведомству. Их свели в единый список, чтобы все эти проекты не остались лишь на бумаге. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».